Я сегодня Жене рассказал про этот анекдот, и она не смеялась. Ну-ка, расскажи про анекдот. В чем разница между младенцем и сэндвичем? Ты не насилуешь сэндвич перед тем, как съесть. Сука. Пизда тебе, дядя. Три человека утонуло. Do something funny, bro. Надо, не надо. Слава Украине. Го-го-го. Это мне не добывай. Что лучше, наган или... Рукан. Жопа, жопа. Гол начинается обезьянь. Если ты рядом сядешь, я просто... Тебя от аллергии раздует, и ты лопнешь. И во все стороны опять говно летит. И опять обезьянь гул. Максим. Да, да. Нажму Alt в 10, там может быть про Сталина зайдет куда-нибудь. Простите. Ну, Alt в 10. Ага. Это типа голландский штурвал на языке программистов. Запускайте. Просто катается по комнате в жопу себе, блядь. Сам себе сосет и кружится так по комнате, летает под потолком так, как бумеранг, знаешь. Просто подгул обезьяны на тебе. Могу, короче, патронтаж, компенсатор и глушительный снайпер куда-нибудь. Ты сейчас таких слов наговорил, что хочется тебе в лицо стукнуть. Ты не смей говорить так про мою мать. Патронтаж, блядь, ты чё нахуй? Просто когда в уши надрочили. Ты чё? Что происходит? Когда в уши надрочили. Ты чё? Прикинь, насать в мать пока рожают. Типа акушер? А вы проницательный. Довольно мудрый. Бакс вышел теперь. Ну прости, за живое задели. Теперь я хочу знать, о чем вы смеетесь. У тебя вылетело, что ли? Да, у меня вылетело. Я думал, мы тебя задели, и ты выбежал. Мне теперь интересно, о чем вы говорили. Ну там смешно было. Ну я шутил про то, чтобы нассать в маму, пока она рожает. Все, пожалуйста, пожалуйста. Никита, Никита, пожалуйста. Просто да, блядь! Да я ж... Ты, сука, хули, блядь, прыгаешь! Я не прыгаю, я наоборот уворачивался, дурак, блядь! Я, блядь, пиздец! Получаешь, ты же юниты, иногда падают аирдропы, ты можешь кинуть атомную бомбу из этого аирдропа. И вот, короче, юниты не могут строить, зона появляются, начинает там периодически дамажить, она увеличивается. И выиграет тот, у кого остались живые юниты. Типа мирные. Поселимся. Вот. Это ты о чем? Всем так! Похуй! Максим спросил, я ответил. Да все, да Максим даже сам не слушал, блядь. И Макс сейчас такой член из уха достает, а? Кого? Чего? Когда был инсульт, единственное два слова, что ты знаешь, кого и чего. Не, просто типа, молодой человек, кажется, у вас инсульт. Кого? Я за сегодня в руки только один раз взял коряк. Член. Пенис. Пиписька. Обезьяне был просто член. Пытался схватить свой дилдон и промазал. Маму за руку поймал, блядь. Мачу за руку поймал. Давайте вот эту твою хуйню с чатом, ну-ка. Однажды Никита зашел в студенную пору и увидел там труп, который произнес... Я смотрю в чат теперь. Сижу, играю в PUBG Mobile и счастлив в жизни. Зашел батюшка в свою новую церковь, где... На алтаре ебутся два священника. И говорит... Один другому. Действительно, у тебя 8. Однажды мой отец пришел ко мне ночью и сказал... Ты неправильно, блядь, хуйню несешь, реально, блядь. Просто, блядь, язык чма. Короче... Нихуя. Пришел мне ко мне как-то отец ночью, поцеловал меня в пузико и начал снимать трусы со словами. А? Сука, пиздец. Чё я творю, ёбаный рот?